Ладно, поехали, посмотрим. Одну серию, если душно, выключаем. Половой акт с Моргенштерном. Это... Конечно. Я так долго тебя ждал. Рука. А, это уже началось, блядь. Я... Ага. О, Питер Паркер. О, здравствуй. Это вы? Вау, Гвен Стейси, привет. Привет. Как ты поживаешь? Я так рада. Блин, похоже на... Ты из другой вселенной? Конечно. Блядь, стрим падает. Извините, ребят. Я так долго тебя ждал. Ты трясёшься? Ты боишься? Я просто счастлив от того, что я тебя встретил. Не, ну вот что хотел вначале самому подметить, не кринж пока что. Вот, то есть реально кринжа прям такого ощутимого нету. Кибицевцы. Ну, да. Я спасал, хотел тебя спасти, я не получилось этого сделать. Я упал. Да, ты упала. Поэтому... Сосать, на... Сосись, блядь, сосать, говорит. Ру, костюм. И где? На руке посмотри, ебда. Вот что, блядь, значит... Блядь, у тебя пенис видно, блядь. Питер Паркер. Hello. Hello. How are you? My name is Vika. My name is Ачей. Ачей, йо. Йо. How are you, bro? I'm fine. Go Parashin, это же русский канал, чё. Всем привет. Как тебя зовут? Меня Аксель зовут. В Excel работаешь? Бля, нажми кнопку, пусть она съёбывает. Музыку пишешь? Пишу. Вот оцени мой трек, короче. Это что за стереотипы, я не понял, блядь. Осуждаю! Осуждаю, блядь, нездоров! Блядь, я это осуждаю невероятно, блядь, какая хуй... Блядь, это... осуждаю, блядь! Нездоровая, блядь! Блядь, ну это, я вот честно, я, конечно, не либераха, ребята, но это чистое оскорбление человека, чистейшее, блядь, она просто его N-word'ом назвала, блядь, и, ну, типа, съёбывая отсюда станцевала, блядь. Блядь, уж, это ёбаная, ну, кринж, блядь. Давай, как тебя зовут? Денис. Виктория, ещё раз. Хуёрия ты, блядь. Чем занимаешься? Да всем, чем. А ты чем, блядь? Расскажи лучше ты, нахуй. Блядь, это вообще как у меня в голове это не выкладывается, это пиздец, скрин. Всем. Мата поменьше, ебать, поуже. Че, быдланка, ебаная. Так чем всем? Ну конкретно, конкретно. Вот что там, музыка, спорт, там... И музыка, и спорт. Что, пишешь песни? Нет. Рэп? Нет. Биты? Нет. А что, музыка, гитара? Слушаю просто. Просто слушаю? Да, просто слушаю. А, ну это такое-то новое хобби. Да. Хобби, блядь. Спорт. Блять, ты чё хочешь от меня? Ну каков твой спорт? Я хочу узнать, кто ты. Вот ты пришел ко мне сюда, сел такой, здрасте, я Денис. Бля, есть ещё... Бля, какая выскочка. Как будто я нахуй в депутатскую зашел, чё, я меня отчитывают на собеседование. Да? Я чё, бля, я нахуй, чё, обязан, блядь, нахуй, или... Спорт, это собеседование какое-то. Конечно, ты что, если ты сейчас ложишь, я нажму на кнопку. О! Сука! Бля, чуть соплю не подай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, бля. Съебалась отсюда, блядь. Опа, нихуя себе, блядь. Здравствуйте, блядь. Ебать, она странная, блядь, она как будто, сука, из клипа какого-то вышла. Она так ходит в жизни, реально. Давай мою руку. Привет, меня зовут Дарья. Привет. Меня зовут Денис, ебать. Денис, ебать, блядь. Чем занимаешься? Я блогер, пока... ты чем занимаешься? Много зарабатываешь? С козырей. Ну, если конкретнее, 12-500. А ты с пляжа только вышла, блядь? У тебя много сантиметров? Где? Везде. Блядь, конченая какая-то, блядь. Ну, типа, рука, блядь. Чё расскажешь о себе интересного? Чё расскажешь? Если ответов не получаешь, дальше идешь. Мне неинтересно, хочу узнать о тебе больше. Бля, она как будто объёбанная, жёстко. А что ты хочешь больше? Что? Больше. Ну, так спрашивай. Знать больше. Так спрашивай. Какое у тебя отчество? Ну, это хорошо было, да, это нормально. Ёпту, Викторович. Денис Викторович. Да. Ну, звучит. А как вам можно... Обращаться? Обращаться. Бля, ебать, просто женщина. А как... Викторович. Можешь обращаться так. А у тебя как отчество? Тебе правда интересно? Нет. Блять. Ебать, у нее шлепки крутые, что хотел сказать. Вот женщина. Женщина не женщина, пока она в шлепках не ходит. Вот такие. Вот и мой ответ.
Приветики. Приветики. Как зовут тебя? Даша, тебя? Дашуля? Дашуля. Витюшка. Ебать, он прицелился сразу. Смотри, на взгляд, на взгляд. Как зовут тебя? Даша, смотри. Тебя? Дашуля? Бах, Дашуля. Прицелился, прицелился, блядь. Все видно, это чувак, блядь. Витюша меня зовут. Витюша? А да. Как вкратце? Витек. Витюша? Да, если ласково. Ласково, маленький хуй. Просто. Витёчек. Чем ты занимаешься в жизни? Я тренирую в зале. Ну, ну конечно, блядь, конечно. Мужиков? Мне кажется, их стимулируешь. Блин, мне с нее кринж, блядь. Отпустите ее нахуй, пожалуйста, пусть гуляет, блядь. Стимулирую, мотивирую, знаешь, типа даю возможность. Да она выглядит фриковато, я ничего хотел сказать. Ну, женщина красивая вроде как, блядь, просто не видно до конца. К цели, да, мотивирую. Слишком закрытая одежда, блядь. Ну, она, не знаю, у нее такой вайб фрикушки жесткой. Я, конечно, не хочу ее оскорбить никак, ни в коем случае. Определенно цели, чтобы, не знаешь, набирали массу и массивность. Угу. Лучше. У тебя все татуировки, которые есть? Есть. Где еще есть? Здесь есть. Здесь есть, блядь. А у тебя есть татуировки? Да. Да, вот у меня есть. Смотри, вот раз, 2000, вот тут. Что за надпись, блядь? 2000, пиздец. А, и вот тут, смотри, есть. Playboy Marie написано, прикинь. У меня тоже есть, смотри. Блядь, что? Написано, люблю Витюшу, нихуя себе, как красиво. Да-да-да, реклама, амбассадор Colgate, блядь, реально. Вот если не сейчас, то когда, вот, Витюш? Его размер не будет. Чмоки. Хороший. Да выгоните ее нахуй. Я решил с тобой тоже поболтать. У меня вот возможностей много, а у тебя? Она участвовала в шоу «Богиня свиданий», чекайте, слушай. Вот реально, вот такие женщины, тайп, как ее? Олеся Малибу, блядь. Вот они все одинаково выглядят, одинаково себя ведут, заметили? И всегда они ходят, короче, чтобы медийку Инстаграм качать, блядь, какой-нибудь условно. Они ходят по всяким, давай поженимся, блядь. Званый ужин, хуюжин, там, свидание, не свидание. Они везде, они одинаково. Вот есть такой типаж женщин, да, которая слишком, ну вот лично я, вот мои личные наблюдения, которая слишком вызывающе выглядит, ну знаете так, ну как эскортница, короче. Я не говорю, что она эскортница. Знаете, этого не знаю, ребята, но вот они так выглядят, блядь. И одинаково разговаривают, и одинаковые вещи делают. Я еще больше, это же мое шоу. Смотри, играем, я думаю, поиграем. Вопрос такой, ну он такой. Да-да-да, у нее по-любому погоняло что-нибудь, знаете, типа, она на Катю Самбуку, это тоже туда же, блядь. Вот типа, вот ее имя, ну, допустим, Женя, хуй знает, ну, вот чуть придумайте с головы там, ну, Настя, да, какая, Настя и потом Тиффани, или Настя Картье, что-нибудь такое, да-да-да. Мне типа, интересно. Настя Мальдивы, да, Марина Мальдивы, да-да-да-да. Вот тут я слышал, что ты... Что у тебя был половой... Жанна, да-да-да, Жанна, блядь. Акт? Жанна Бугатти. Секс, значит, с Моргенштерном. Интересно, интересно. Это правда? Это правда. Да? Легко, правда, видишь? Дальше. И чё, как? Легко и просто. Что было? Точно не эскорт. Мы сегодня находимся в таком помещении. И как? Легко и просто, ёпты. Вот это хороший ответ. Легко и просто, нахуй. Красиво, правда? Мне очень нравится атмосфера, лофте очень прикольно. Не как, типа, прикольно, там, знаете, ну вот, сам секс, а вот легко и просто. Фоточки поделать. А знаешь, это же моя работа. Лофт называется? Лофт еще называется лофт. Этот лофт называется Enjoy Loft. Здесь вы можете провести... Enjoy, наслаждайся. Да, здесь вы можете провести классное время со своими друзьями. Да похуй, где мы можем провести время. Друзей нет, блядь. Enjoy! Привет. Я Вова. Оделась, блядь, наконец-то, нахуй, боже мой. Даша, очень приятно. Приятно. А тебе сколько лет? А, мне 21, а тебе? 21? Да она пиздит, блядь. Да ладно, раз какой, нахуй. 26 минимум, блядь, да ладно, рассказывай. А ты чем занимаешься? Марина, Мальдивы, блядь, впаривать 21 год, ну-ну. Я пишу портреты. Портреты пишешь, я да. Я творческая личность. Я и... тоже творческая, я на актера учусь. Актера на кино. Актера? Да. Вау. А чем свободно? Какими там занимаешься? А, я в зале постоянно. А у тебя есть еще увлечения, до... кроме актерского? Да, я моделью пытаюсь стать. Какую девушку ищешь? И не знаю, типа с юмором, чтобы была такая... Крипер 2004, такая... я видел Крипера 2004 в жизни, да, похож. Не вот такая, а вот такая. А какая, ну типа открытая... Открытая, да, такая немножко решевая. С ебанцой какой-то, да. Такая... Чтоб пивка можно было выпить, кальяны рэп послушать. Пойти на улицу, кричать какую-то херню, чтобы менты забрали на гулянке. В общем, самое главное, чтобы она была твоим лучшим другом. И... Да, это факт, это факт, да, чтобы можно было всякие секретики там порассказывать. Секретики делиться вместе с ней вечером, да. Видишь меня вот девушкой?
Ну да, но если, мне кажется... Нет, я мужчины вижу, просто дольше пообщаться нам с тобой. Типа, мне кажется, мы с тобой заобщаемся. Мы такие, как крыски такие. Любимся день, да. Как своего парня видишь? Я вижу его высокого, амбициозного, целеустремленного. Блять, это очень скучно, блять. И... Либо кринж, либо скучно, блять. Умного, креативного. Ну, это все про меня. Да, ну, есть ходишь. Да, потому что я вот, даже опыт целеустремленный, типа, сколько мне раз отказов делали в модельных агентствах, на всяких кастингах. Пробиваемся. Вот я тоже, то есть, все время, то есть, если я ставлю цель, я всегда иду и добиваюсь. Ну, да. Например? Что здесь за татушка здесь? Здесь у меня надпись «Life for today». Живи сегодняшним днем. У меня тоже татушка есть, у меня типа на вот здесь. А у тебя много татуировок? Нет, ну у меня типа одна всего лишь на шее, но я хотел себе еще вот так вот включиться до... Блять, мы вам не мешаем, блять! Ну да, хочу рукав сделать. Сколько у тебя длились твои последние отношения? Моделью, говорит, хочу стать рукав сделать. Ну, последние отношения на самом деле было очень... Перспективно, блять. Мало, потому что... Life for today, блять. Мы с девушкой нравились друг другу, но никто не мог почему-то сказать это, потому что мы думали, что это шутка была просто, ну такая дружеская шутка была. Да, вот, и у нас переросло в то, что это было просто переотношение уже. Ребята, было. Поздравляю вас, мэтч, как стало. Давай, пирожки! Ебать, я счастливый, брат. Все, бля, а нет, что? Знаешь, к тебе прямо... Бля, какая душная хуйня, просто. Дима. Кристина. О, нормисы, бля. Знаешь, к тебе прямо вот хочется подойти вот так... За плечо взять, сказать, какой весовой категории борешься, братуха. Привет. Привет. Блядь, да еще, сука. Дима. Опять Марина Мальдивы подошла, блядь. Не для тебя, мэр, блядь. Блядь, да, не довоебывалась, блядь. Привет. Привет. Как зовут? Да что ж с этими женщинами, я не понимаю, блядь. Шушана, очень приятно. Шушана. Красивое имя. Спасибо большое. Какая фамилия? Но не, она не выглядит как ковырялка, она более-менее нормально выглядит, да. Разъебать тебя. Молодец, молодец, Шушану уважаю. Зимба. Не, мне показалось, что она опять вот эта, блядь, очередная Марина Мальдивы пришла. Не, она вроде более-менее, да? Привет. Привет, Кянг, Вонсес? Что? Ты не армянин? Не, она мне нравится, нормально, она смешная. Ты же был армянином. Привет. Привет. Шушана. Мируш, очень приятно. Очень приятно. Классное имя. Спасибо. С перевода знаешь, как переводится? Нет. Солнечная душа. Ой, как круто. А чем круто, занимаешь? Очень круто. Я блогер. Давно снимаешь? 3 года. И как результаты? Очень даже хорошо. У меня 3 миллиона в ТикТоке. А сколько, блядь? Нихуя себе. Чем занимаешься? Типа тоже блогер. Да, сколько у тебя подписчиков? Бля, куда ни плюнь, сука, заводы стоят, блядь, уже нахуй. Мало, 100 тысяч, миллион там где-то. А в кармане? Как это? Подожди, сколько, блядь, что он сказал сейчас, нахуй? 10 тысяч. Чё? Мало, 100. Понимаешь? Типа тоже блогер. Да, сколько у тебя подписчиков? Мало, 100 тысяч, миллион там где-то. А в кармане? 10 тысяч. Ну, у меня больше просто. Я думал, ты будешь обеспечивать, ну, мало ли там. Не-не, да. Я не Шуга маленькая. А. Ты Шушана, да? Шушана. Очень приятно, красивое имя. Спасибо большое. Классные брови. У тебя тоже. Я знаю, такие. Ну, у меня, конечно, не такие интересные, как у тебя. У тебя прям вообще секс. Ты чем занимаешься? Я блогер. И что делаешь? Ее брови трахнуть хочет, или как это понять, блин? Я снимаю классные видео. Например? Ты не видел меня, что ли? Я ж популярная. Нет. Я также знакомлюсь. Я в шоке. Меня этот шелушай уже бесит, если честно. Съебался сюда за пацанов, нахуй. Сюда. Согласен. Спасибо, что вы смотрели. Блядь, ну полная хуйня, короче. Я не шоу, блядь, что хотел сказать. Ну вот, да, немножко... Шушан, или как ее зовут, забыл. Вот она нормально еще более-менее девчонка, остальные, конечно, кринж, блядь. Хотя она тоже кринж наваливала, но тут все наваливают. Да, блядь.